Так. Задание переключить? Да не, я не думаю, что его надо переключать. Что у нас? Или это получается... О, слушайте, у меня две статы уже появилось. Так, во что можно вкачивать? Damage Protection. Misc Tools Booster. Ускоряет, я так понимаю, на 10% инструмент для добычи. Damage Modification. В общем, насколько я понимаю, речь идет о вкачивании в защиту, в дамаг и в майнинг. Давайте пока что вкачаем в защиту. Я всегда в этих в РП, а в инструментом я всегда в ты ж War System. Кьюр, да. Ну, Кьюр это вообще лекарство. Вот. Я так понимаю, это все система. Ну, системы, да? Да, это все система, ребят. Интересно. Ладно. А вот у нас вор, да? Так, что у нас... А как нам... А, сканировать. Вот. Вдруг что-то найдем. Астероидное поле. Вор дронов. Астероидное поле. Вор дронов. Пишите. Чат. Жду от вас предложений. Что мы делаем? Мы летим за... выполняем задание, связанное с вором дронов. Или мы летим майнить. Астероиды, дрон. Майнить. Пофиг. Окей. Значит, астероид так астероид. Полетели на астероид, майнить. Warp drive charging. In 3, 2, 1. Ребят, интересно. Так, в нашей зоне... А, типа, они мне угрожают, говорят, если я сейчас не покину ихнюю зону, они на меня нападут. Здесь, типа, нельзя майнить. Это, типа, они говорят, ну, хотят сказать, что это наша корова, и мы ее будем доить. Окей, давайте повоюем, что ли, ребятки. Enemy detected. Уху-ху! Разработчик знает толк в музыке, я вам хочу сказать. У-ху-ху. Где враг? Где враг? Совсем отбился от рук. Что за дичь?
Иди ко мне, мой дохлый лев. Так, 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 так. Цель. Да ладно. Следующий. Где ты? Где ты, мой враг, любимый? Помехи, видели, какие-то были помехи? Отлично, есть, мы разобрались с ними. Ну что же, теперь нам рассказывают о том, как использовать инструмент для добычи. Так. Автомод какой-то, да? Блин, слушайте, ну нас хорошо потрепало. Hold down the alt key to identify the mines you can gather. А, вот, нажимаешь Alt и подсвечивается, видите? А, вот, слушайте, тут ящичек лежит, ничейный. Я думаю, они не против, да? Как вы считаете? Я считаю, они не против. Ну, по крайней мере, они не должны быть против. Апгрейд деталь. О, слушайте. Эту вещь мы потом установим на наш корабль. Однозначно, какая-то хорошая. Что-то хорошее выпало. Окей. Ой. Не то, что ты нажал. Это все хорошо. Лут, который ничейный, мой. Да. А как нам... Слушайте, Alt. Ну? Блин. Этот первого врага выпало, видно было. Я бы даже не написал... Я об этом даже написал тогда. Понял, Дим. Хорошо. А. Так, где ну-ка он? А, майн, вот как это все делается. Слушайте. Вот как это все делается. Дормен, приветствую тебя. Спасибо. Блюдаст какой-то. Ну, ладно. Так, полетели дальше. Синий песок, окей. Спасибо за флут, тут лайк 100%. Астероидная пыль, да? Даст. Что это? Сейчас, в общем, разберемся. Полетели к следующему. Вот, давайте этот помайним Малеха. Майн.
Железная руда. Blue Dust. Еще железная руда. Так, что у нас здесь? Может, здесь золото выпадет, как вы думаете? Ну, по крайней мере, цвет золота. Мне кажется, здесь должно быть золото. Майн, майним. Орион бы? О, блин. Что? Что значит? В общем, нас послали, сказали, вы недостойны майнить золотые астероиды. Вы еще не на том уровне, чтобы их добывать. Да, нам надо больше золота. Добыча. Никелевая руда. Еще никелевая руда. И еще никелевая руда. Что у нас вообще происходит? Так, а на какой хоть... Слушайте, не так уж и много я намайнил, я вам хочу сказать, за это время. Это... Так это, короче, майним. Майн. Оу. Так, а сколько карго у этого шипа? 1000? Так, ну опять, мы снова добыли, добыли. Слушайте, а можно... А, получается, нам даже летать не надо. Можно вот так вот альтом выбрал, он сам подлетает и сам начинает добывать. Так, по крайней мере, хлам как в Star Citizen не добывается. Это да. Огонь. Просто огонь, слушайте. Так, что здесь? Полетели туда добывать. Просто бомбезно. Я бы сказал, даже офигенно. Так, добыли. Давайте здесь еще помайним. Слишком аккуратно, правда, но он сам все делает. Да, согласен, Дим. Но она на это рассчитана. Он, в принципе, разработчик-то особо и не претендует там на симулятор какой-то. Но, в принципе, весело, я считаю. Вот бы в ЗГ ввели управление, как в Еве. Нет! Тебе прок против. Так, следующий. Пятый уровень. Мы еще и уровень взяли, ребят. Так, ну главное, чтобы геймплей не надоедал и будет согласен. Вот я с этим полностью солидарен по поводу геймплея. Что у нас здесь? В принципе, я думаю, у нас достаточно уже денег собрано. Как вы думаете? Мое мнение, достаточно. Мы можем еще с вами попробовать... Ну да, Дим, ну смотри. Сейчас, извините. Вау, what's up? Спасибо за помощь, спасибо. Ну вот смотри, насколько я понял, одна руда стоит, одна штучка стоит 110 этих валюты этой. У нас их 12, то есть мы 12 умножаем на 110 и получаем нужную сумму. Ну, понял мысль?
То есть, как я это понимаю. Так. Летим к дронам?